Важный вопрос тебе, Михаил. В попу. Или? В нос. А еще, знаешь, реши задачку. Нет. Ладно, блин, короче, ты меня этим вопросом своим сбиваешь. Важный вопрос. Да. Ваха социальный, в принципе, вообще, варгейм. Да. Должен встречаться с людьми. Да. И с ними биться. Да. Сам с собой не получится. Ну, можно играть шариком, но это тяжело. У нас как-то был, я помню, выпуск, когда Ваня еще с нами был, он играл, пытался один играть, что-то там придумал, какие-то рандомайзы, что-то ЕГЭшники там что-то сражались. Да, но это тяжело. И грустно. И грустно. Но в любом случае, короче, это настольная игра, где социальный момент, ну, практически обязательный. Насколько он большой социальный? Вы просто собрались в квартире, все двое на двое играете, или вы где-то в клубе играете, это все, естественно, скалируется. Но я вот что хочу с тобой обсудить. Ивенты по Вархаммеру. Как они должны выглядеть? Это просто именно турнирчики, как у нас сейчас принято. То есть какие сейчас у нас есть ивенты по Вархаммеру? На основе игры это какие-то компании, да? Что все еще редкость, но опять же приходите 2 раза в месяц, ну, на Спарк это не так редко. Насколько я знаю, ну типа если не закрытый говорить компании, то Спарк единственная пока что компания. Да, которая действительно уже на протяжении больше года работает. Да. И они как где-то в подвале, кто-то иногда собрался, до конца не довели. Угу. Турниры одиночные или это командные. Одиночные это когда типа один на один с кем-то играешь и по сути тебя, ну, по таблице идешь, побеждаешь, выиграл, молодец. Командные, где вы собрались там 4-8 человек, в зависимости от того, какой формат. И естественно, так как 8 человек это 4 партии с каждой командой, команд может быть много, это скорее всего большие какие-то ивенты. И это у нас по сути сейчас самые такие большие праздники Вархаммер, назовем их так. Mm-hmm. Где собирается больше всего людей. Угу. И еще что можно сказать по Вархаммеру? Это какие-нибудь, может быть, обучающие мелкие ивенты, да? Ну да. Ну и посиделки за покрасом. В том же Goldfish, ну, практикуется, да, да. Например, мастер-классы там всякие, или красить. Просто хобби вечера, типа, да. Можно ли к этой схеме прибавить что-нибудь еще? Например, ролевки, да? Вот они в целом как выглядят? Сидит мастер, сидят его игроки, им больше ничего не нужно. Но в то же время у них, например, есть свой роликон, где они собираются там и обмениваются всем и жидкостями, и кубиками, и идеями. А мне кажется, знаешь, в чем проблема? Тут можно как раз посмотреть на скейл этих всех систем. То есть нет, на самом деле ролевиков много, это я не буду отрицать, что и людей, играющих в ролевки, очень много. Сам балуюсь, но банально есть проблема именно как ивент это все именно организовывать. Почему? Тут можно посмотреть как раз по поводу вот этих, то, что ты еще перечислил, типа. Все зависит от того, как бы, какое требуется от условного организатора или проводящего, или еще задействие сил для этого. То есть, например, когда я провожу Spark, ну или, например, то же самое проводится турнир, по сути, у тебя большая часть работы проходит, как это сказать? Подготовительный этап. Да, подготовительный этап. Напрямую ты взаимодействие, когда идет сам уже ивент, ты не взаимодействуешь на уровне игры с людьми. Ну, если только проксибот не надо. Ты там, может, какие-то организационные штуки разбираешь, что там я на спарке, там накидывания эти постоянно 24/8 идут, да, прокачки варлордов. Но именно во время игры нет интеракшена, да? Потому что люди, по сути, этим делом, ну, с друг другом занимаются, этим делом. Вот. Но когда начинаются типа вот такие ивенты, как, например, мастер-классы, они ограничены по количеству участников зачастую, потому что тебе не хватает интеракшена иначе тогда. То же самое и с ролевками. Ролевки... Ну, типа, если у вас там 10 человек, вы можете задать вопрос, да, ведущему, а если у вас 100 человек, то... Да, то все, как бы, эта каша начнется уже. Ну, то есть там уже не такой это будет уровень взаимодействия, который многим бы хотелось, скорее всего, на мастер-классах. Это будет лекция, скорее, просто тогда уже. Кстати, а поки, мне кажется, тоже можно в отдельный класс вести, но потому что это многодневные могут быть в одной комнатке. Это настолько вымерший зверь, мне кажется, сейчас. Я согласен, да. Раз в 1000 лет там бывает. И опять же, это относится к вот закрытым таким ивентам в основном.
Вот. А с ролевками как раз тут ситуация в том, что еще меньше типа количество людей может одновременно взаимодействовать с мастером. То есть, ну, тут понятное дело, что мастер, скорее всего, может быть не организатором там, например, мероприятия. То есть, может быть, как бывает, что типа, ну, как бы мастер предоставляется, типа, условно, людям, которые там заплатили деньги. Вот. Но, типа, суть в том, что все равно, вот, ну, как бы, мастер, он может с ограниченным количеством людей взаимодействовать. Вот больше он не может. Никак. Типа, вот, ну, типа, там, 6 человек, партия уже там, типа, лимит. Ну, некоторые больше, конечно, играли, но это уже перебор начинается, там, типа. Вот. И получается, как бы, ты это как. Ну, типа, менее массовым это все становится, просто банально, за счет этого. Мне кажется, для Вархаммера одна из главных проблем — это длительность партии. И тоже подготовка к ней. Ну да, да. Армия. Да. Нужно привести. Ты на там, ну, не знаю, часа 3. В среднем где-то, да, у тебя уходит, чтобы поиграть. И тот же командник, классно, все собрались. Тут. Вот еда там, например, ну, из последней, да, мы где были. Угу. Даже магазинчик вроде Вахи есть рядышком. Но все участники, они максимально привязаны к столам. То есть они ничем практически не занимаются на этом ивенте, кроме того, что, собственно, кидают кубы. Тут просто вопрос того, что. Я, правда, уже у нас на тематике ролик куда-то поехал, я не понял, куда. Нет, мы пытаемся выяснить, да, ну, что можно еще сделать с варгеймерами, в какой втянуть их, в какое взаимодействие, чтобы это было не вот эта вот понятная схема, типа пришли и кидайте кубы. Ага. А чтобы это был какой-то тоже ивент, интересный, все еще вокруг Вархаммера, варгеймов, но при этом не просто вот, типа, поиграли и разошлись. Потому что я вот так вот насколько что-то как-то мне даже... Ну, то есть, окей, где-то проходят партии. Какие это партии? Это либо систематический турнир, тогда участникам нет ничего. Либо бессистемный, а тогда что это? У нас нет такого, что ты приехал с армией какой-то, да, и такой под всех можешь как-то, типа... Ну, не, у меня есть идея, вот вам сейчас могу закинуть удочку, если это... Не уверен, насколько это будет востребовано, там есть нюансы, но мы там уже обсуждали этот план, типа, а что, если провести тот же, вот как, типа, кампейн проводится, ну, типа, ладно, на регулярной основе, народу ходит много, но это в основном, типа, вот тут люди из Москвы играют, да, там, кто приезжает именно из Москвы, из, ну, там, из ближайших городов, иногда кто-то там из другого города заедет, ну, обычно к ним проезжают, и редко кто-то там из Питера специально приезжает, у нас тоже ребята, вот, но... Что, если такого же формата, вот как устраивается, за счет того, что командники редко устраиваются, понятное дело, многие люди под них едут из других городов. Вот. А что, если нам, ну, типа, вот, например, раз какое-то редкое время, сейчас я понял, что, знаешь, как будто рекламная интеграция сейчас как будто неожиданно вплыла в ролике. Я как строили, не, ладно, нет, это пока что еще абсолютно не план, а просто теория, типа, тот же спарк, который происходит у нас там раз в 2 недели, но у нас бывают там, вот, например, были у нас этапы, например, у нас было окончание условного сезона кампейна, когда все Таусы сожгли, и все просто спасались в подземельях там. Uh-huh. Вот, последний был этап. И, например, на тот этап пришло много людей, потому что, ну, всем бы хотелось как бы поучаствовать в таком, типа, кульминационном моменте, вот это все классно. Вот. И что если такого же формата устраивать, типа, раз там, типа, пусть это будет там раз в полгода, какой-то один просто супермасштабный этап, на котором, типа, будет присутствовать, ну, типа, чтобы подразумевать, чтобы туда люди могли записываться из других городов, если они хотят приезжать, если им это важно, сюжетные какие-то события, которые в истории будут, типа, использоваться как-то, и, главное, позволит людям поиграть, типа, с людьми из других городов вообще, ну, особенно это, я думаю, актуально для тех, кто находится, вот, ну, у нас многие часто, вот, например, на стримах пишут подписчики, которые, вот он сидит в своем городе, а у него там, типа, он один играет в Ваху, и все, и больше никого нет, и клуба нет, и что вот тебе делать, типа, сиди дрочи там сам собой, грустно, вот. А тут как бы можно, вот, приехать, пожалуйста, там, типа, на вот прямо масс-эвент, который запланирован, что, типа, вы нормально туда можете там приехать, спокойно поиграть, ну, кто там, по стачевке, может, на купле. Ну, да, нет, там, да, поездка вот в другой город, она... Сама по себе просто интересная. Да, Ваха прям это, ну, хорошая составная часть, но в то же время там где-то покушать что-то вкусненькое, посмотреть на что-то. А, скорее всего, действительно, не один день. Тот же Орликон, люди приезжали со всей страны. Ну, и да, для них не то же самое, что для тех, кто в Москве тут выехал, типа, на метро догнал и... Да, типа, да. Окей. Вот, и как бы, что я здесь вижу, просто в чем плюс такого мероприятия, то что для людей это, ну, типа, часто проблема, например, того же командника, ну, в зависимости, как вы играете, ну, по мне, ну, и турниров,
для кого-то, если что, это не проблема, это не критика, если что, мероприятие, просто в смысле, как сам по себе устроен. У тебя социальное взаимодействие на самом деле очень сильно урезано. Ну, понятное дело, потому что ты привязан к столу, ты привязан к времени. Если ты там человек, вот у меня, например, не было таких проблем. Я партии свои обычно отыгрываю за час и типа пошел гулять, типа там хожу спокойно. Но если ты играешь не быстро, или твой оппонент играет не быстро, то ты сидишь, вот типа ты стоишь со столом, и ты максимум с этим человеком. Какой там масс интеракшн, еще будет, это хороший вопрос. На примере того же Спарка, просто я знаю, что из-за того, что у вас как бы одна партия играет, кто-то скажет, одна партия играет, ну, можете и больше сыграть, вас никто потом не останавливает, просто поиграть между собой. Но вообще у вас одна играет партия, она растянута сильно по времени, вы играете не с одним человеком, а сразу же с толпой, поэтому у вас социализация в этом сильно поднимается, потому что вы просто... собой, вы вместе там ходите кушать, вы вместе ходите это, потому что времени у вас достаточно, вы типа свободно, челово это все делаете. То есть у вас такой ненапряженный типа гейминг происходит этого всего. Вот. И может быть, типа в таком формате, типа в крупном, вот типа именно как вот типа сюжетное событие, что там происходит, типа вы все в этом поучаствовали, получить там какой-то за это там, не знаю, бейджик, типа, или в смысле значочек там какой-то, что вы там, типа, я участник, ветеран Гачи Секундус. Вот, ну типа что-то такого формата, вот это что мне только в голову приходит, что может быть хотя бы, ну типа, аналогичных этому типа мероприятий типа нету. Кто с идею? Засру вас. Да ладно, всем лень. Ладно, да, не всем лень, да. Вот. Но, типа, аналогичное что-то придумать не могу. Вот, потому что, ну, типа, мероприятие, если мы исходим из уже имеющихся, да, ну, типа, у нас так есть синглы, есть командники, да, типа, в этом плане. С ролевками, ну, Ваха, просто здесь странно выделять Ваху отдельно в ролевке, потому что есть просто ролевочная тусовка, которая как бы... Зачем Ваха? Это просто одна из систем, в которых можно водить. Даже не то, чтобы даже систем, Ваха это фактически просто сеттинг один, по которому можно водить. Да, там может любую вот, систему да. под этим делать. А Поки, к сожалению, чисто логистически, мне кажется, именно вот Апоки в формате Апока, то есть сделать именно в Спарк вот то, что вот этот, типа, вот этот междугородний, где будет стол, например, 5 на 5 партия, это реально. Типа 5 на 5, 10 человек за столом нормально сыграют. Играют, типа. Но вот типа Апоки, кто играет Апоки, ну поймет, логистически организовать вот такое типа мероприятие, это полный ад, типа. Это полный ад, и там, ну, короче, куча-куча нюансов всяких всплывает, короче, ну, жопа полная. Типа, а что еще остается? Я хер его знает, как бы. И, ну, ходя в маленькие форматы, ну, типа, да. Kill Team, Underworlds и прочего, мы реально не сможем людей от столов оттащить на какой-то другой интеракшн. Но! Ну. Какой другой интеракшн? Что это может быть? Типа, окей, понятно, что могут быть какие-то чуваки, которые какие-то аксессуары продают. На той же Варликоне были кубики, были 3D-печатные всякие чуваки. Да. Куча миник к Вахе отношений не имели, потому что это ролевая была система. Ну, в смысле, ну, атмосфера. Можно, кстати, такое делать, да, с Вахой. Понятно, что для них главный интерес что-то продать, аудитория вот, но, опять же, опыт тех же командников показывает, что магазины, которые приезжают на эти ивенты, толку там ничего не продают, потому что всем не до этого. Ну да, и все времени. Приехали со своими армиями уже готовыми. Ну да, да. То есть здесь нужно как-то затаскивать человека в это все, а вот Ваха, она, ты коробку купил, это не бустер-карт, который ты открыл и вот играешь. Это типа, окей, тебе еще там на неделю интересного времяпрепровождения, например. В лучшем случае. Я полгода собирал свой Land Raider. Или год. Нет, полгода, по-моему, все-таки, когда мне его подарили. И, блин, вот реально, куда ни сунься, всюду вилы. Может быть, мы просто что-то не видим. Оно на поверхности, оно вот здесь вот. Может быть, например, этот сбор не для партии в Warhammer, а для какого-то, я не знаю, надстройка над этим, где принимаются какие-то стратегические решения, там, не знаю, дипломатия какая-то происходит, какой-то отыгрыш, а потом все это уходит куда-то там в какие-то клубы, в Ваха, где, собственно, начинает происходить. Тут скорее просматривается, знаешь, что-то такое чуть ли не ежедневное, не еженедельное, какие-то вечера, то есть ты приходишь в какую-то, как, знаешь, просто реально клуб. Я понял, ты хочешь сделать лакшери-клуб, да? Ну, хрен его знает, лакшери, не лакшери. Ну, то есть, смотри, ну, в Голдфише в этом плане, да, что-то есть. Вот покрасочное. Народ да. приходит, сидит там вечером, типа, красит. Пожалуйста, можешь пойти там поиграть спокойно. И это получается не какой-то ивент, где все собрались, а просто вот типа атмосфера какая-то
часть пространства, где происходит вот эта магия Вархаммера. Где ты с людьми, которые с тобой в одной вселенной, в одной игре общаются, а просто отдельный какой-то ивент что-то как-то не выходит. Ну, типа, окей. Опять же, собираться ради какого-то стратегического планирования совершенно тупая идея. Это, скорее всего, просто, типа, не знаю, пойти всем пиццу поесть, плесковицы в рот запихнуть, обсудить все вопросы тонкости лора и все. Можно это сделать онлайн в целом-то, на самом деле. Ну, в смысле, порешать, что мы там будем, куда воевать. И все, опять очередной тупик, потому что что? Какое взаимодействие может быть между. Ну, типа, понятно, что типа в первую очередь основывается на том, что все будут, как бы, всех что объединяет. Ну, типа, Ваха, да, типа. Да. Все вот Ваха. А что дальше вокруг Вахи может, типа, какие интеракшены у тебя могут существовать? Просто попить, к сожалению, мне сейчас кажется, вот это вряд ли, что люди такие придут в клуб, такие, знаешь, сядут на кресло с бокалом виски и такие, давайте пообсуждаем-ка, умер ли Саня в конце ереси или нет. Да. Ну, типа, мне кажется, это вряд ли, типа, сейчас будет просто... Часть людей, я думаю, будет заинтересована это, в таком, чтобы организации такого мероприятия, ну, типа, вообще такого клуба, да, но я не уверен, что достаточно людей к ним. Или пишите, может наберется. Вот. Типа... Партия, ну, очевидная, типа, что, как бы, партия в Ваху, она, типа, людей затягивает в этом плане. Вовлеченность, да. Вовлеченность какая-то, типа, покраска, ну, типа, да, но у покраски очень мало социального взаимодействия, типа, сидишь, мне кажется. Ковыряешься. Сидишь, ковыряешься, да. Ну, типа, вместе сидеть, ковыряться, красить, типа, ну, тоже, ну, возможно. Прикольно, ладно, ну, объединяет, да. сам дух вот этого креатива, ты такой, да. О, сейчас я наверну тут. А вы подскажите, как здесь, типа, художник главный такой. Ну, то есть, поэтому я не знаю, типа, мне кажется, это или, типа, мероприятие, где у тебя не очень плотное взаимодействие в плане покраски, что у тебя стоит... Короче, суть в том, что у тебя всегда должно оставаться свободного времени много. Просто если у тебя вот, ну, почему я, опять же, там говорил про одну партию в день, типа, ключевой момент. Потому что одна партия в день позволяет тебе челово эту партию отыгрывать, не напряжно, там, вот это как раз у тебя социальное взаимодействие, ну, кому-то, может, перебор, но, типа, достаточного уровня получается. Ты не устаешь, то есть, тут... Я понимаю, что некоторым как раз Ваху хочется, но это опять же у всех свои привязанности Вахи, кому-то хочется Вахи, чтобы это спорт, именно это потренировать, ну типа там кто победит, это все, вот, но я предполагаю, что для большинства из вас, кто часто смотрит, Ваха это хобби, которое вы отдыхаете на нем, типа вы не там напрягаться хотите, и в этом плане как раз одна партия в день, она просто вас позволяет как бы... Вот вам повод фактически просто. Вот вам эта партия, да, нужна для повода, типа. А дальше вы уже там, типа, кекаете, шрекаете, чебурекаете. При этом, когда вы играете не один на один, даже у 2 на 2 уже твоя личная ответственность начинает падает, снижаться. Да, это часто идет к тому, что несогласованные действия, там, типа, еще какие-то что-то такой. Ох, я не буду об этом думать. Типа, его ответственность, потом такой на стадии стрельбы. В смысле ты так его поставил? Какого хрена? Но, тем не менее, это гораздо проще партия воспринимается, когда вокруг куча людей, которые тебя подпирают своими плечами, и типа ты в рамках этого как-то участвуешь, и вроде и Ваха играешь, и в то же время тебе нет, вот этого нет. Я сейчас что-то не так сделаю, мы все всосем. Вернее, я всосу, и все будут смеяться. Ну, так и будет. Но как бы ты такой, да это не я вообще, это ты виноват. Ну, ты бросил кол, и все. Не, ну в целом размазывается, мне кажется, в этом плане ответственность. То есть ты чувствуешь себя расслабленнее, да, просто. Гораздо проще. Причем я, ну, типа, на примере того же Спарка, я наблюдал, что есть у людей, которые именно раньше у них именно... То есть, опять же, им нужно было это взаимодействие в Ахе в плане социального, но варианты у них были только на турниры ходить. Они ходили на турниры, и на турнирах, ну, как бы, в любом случае напряженная игра. Ну, как бы, ты пришел все-таки турнир играть, а не вот, типа, там... У тебя еще, как бы, 3 разных оппонента, ну, там, ну, с которыми ты очень мало общаешься. Да. Если их ты не знаешь, ты не успеваешь толком, а здесь у тебя там... Ну, да, и, короче, люди расслабленнее, которые просто начинали из раза в раз ходить, которые у нас регулярно ходят, они расслабленнее играют в целом. Типа, им меньше важно, что там происходит именно на столе, что там насосались, не насосались. Ну и да, просто они пришел, типа, скорее, типа, действительно какая-то ролевая уже составляющая появляется. Прокачка тоже. Ну, это, кстати, как бы кек, но это просто очень мотивирует. Крючок, да. Который тебя тянет играть и играть. Но тебе интереснее не какие-то очки зарабатывать, а там, типа, все поджечь, что все горело, потом Михаил будет в новостях рассказывать, что подниматься наверх не стоит. Да. Соответственно, мы выводим потихонечку, что при выборе
форматы игры, формат спарка, где несколько человек на столе, предпочтительней. Ну, если вы хотите именно отдыхать, да, если вы хотите именно человый ивент, в смысле вот этого. Что можно прибавить к спарку, чтобы он стал еще более затейливым? Я понимаю, что как бы служанок всяких, подносящих на подносе твою армию, это всегда можно добавить. Да. С кухней в целом понятно, все идут куда хотят, если вообще хотят. И много молодых людей, которые обед не требуется по расписанию. Да. Но тем не менее, более такие граждане. Такие, нет, не, ну когда ты можешь буквально на месте прямо типа там пожрать что-то, не просто типа там сэндвич съесть какой-то там с энергосом, а типа нормально поесть, это, конечно, приятнее. Ну, как бы подумают люди, зачем они обсуждают еду, но это как бы одна из составляющих успеха ивента, в принципе, что ты нормально посидел. Вот в комментариях прям люди могут, думаю, сказать, многие, которые ходят на ивенты, повахи, в том числе и на турниры тоже, что это есть отдельная тема, что обед пойти там вместе с народом, типа, посидеть, пожрать что-нибудь, да, ожральник какой-нибудь. Это как раз, типа, тут все, вахи отошел, ты можешь, в принципе, и партию это обсуждать, можешь лор обсуждать, можешь какие-то общие вещи с теми людьми, с которыми ты уже мостик перекинул общение с помощью Вархаммера. Да. Хорошо. Но... Окей, мы закончили партию. Да. Что мы делаем? Накидываем. Ну, во-первых, не, ну типа в плане этого, да, накинуть что-то, накинуть на клыка. Ладно, простите. А потом со всеми вместе идем в бар. Да. Но ваха на этом заканчивается. Ну как сказать, смотри, типа, у тебя ваха дала нужный импульс. Не, ну для некоторых, например, как на спарке, например, бывает тоже. Люди закончили, говорят, например, если кто хочет еще поиграть, они стоят еще играют. Да. Кто ему типа запретит еще, да. Вот. А... Клуб на весь день. Да, но кто-то просто там посидеть. Вот типа дальше просто закончили кубики кидать, просто. Ну да, то есть, как бы если кто на спарке не был, закончившиеся столы, кто-то, конечно, ушел, уже бежал, там семья, что-то еще. Вот, но куча народу остается, типа там просто что-то обсуждают, да, стоят, смотрят, что на этом столе интересного происходит. Потому что, опять же, поговорить про свое хобби, это. Ну да. Потребность такая существует, а вот эти люди, они как раз здесь находятся. Можно понудить про какой-нибудь бэк там этот, или просто обсудить правила. Да. Рассказать какие-нибудь cool story, как вот ты там всех гнул. Угу. Я тут поставил. Ну, в основном этим и занимаются как раз люди. Типа там, ой, cool story, я устал, слушайте. Да-да. Честно, кто мне будет что-нибудь рассказывать, я устал. Вот, ну то есть этот, да, типа вот такого интеракшена, типа, да и даже просто вот банально уже дальше вы вот в этой там группе свои поиграли, и вы там после этого такие, пойдем, например, пожрем, или пойдем нажремся, вот, в какой-нибудь бар или еще что-то, или прям на месте нажремся, да, Дарт Фокс? Не останавливайся, молодец, продолжай в том же духе. Вот, то есть, типа, у каждого, типа, да, это просто у каждого может быть свое, но, типа, суть в том, что просто ваха тебе создает этот вот импульс. Который ты пришел, типа, бам, и, типа, поиграли, вы классненько, и все, у тебя спокойный день. Ну, и, кстати, это не обязательно должно занимать целый день. Просто суть в том, что, вот почему здесь важно, что у тебя должно быть это не регламентировано, как по мне, потому что регламентировано, значит, человек, который хочет, типа, например, поиграть, там, может быть, чуть потусить, ну, например, там, прийти домой уже, там, ну, не знаю, там, часам 5, там, 6, уже будет скован, потому что, а как он, типа, если там у тебя расписано, что делать, да, надо дальше. Вот. А так, типа, ну, хочешь, тебе у тебя важно там или не важно, тебе там, короче, что-то почему-то надо тебе поехать домой, ты едешь домой, да, там. А кому-то хочет тусуться, он тут тусуется. Кому-то важно там пойти куда-то еще тусоваться, идет туда тусоваться, там. Вот, ну, типа. Мя. Угу. Короче. Свобода воли. То, что мы пытаемся найти, уже придумало до нас. Да. В хрен знает каком веке. Да. И сейчас у нас уже действует. Да. По факту. Во своем втором рождении в клубе Голпиш каждый. Субботу вторую. Если что, рили, этот ролик вообще не планировался так. Ну, смотрите, да, ну... может быть, мы действительно как-то зашорены у нас глаза, ну, мы не понимаем. Я со своей не видел этих ивентов, понимаешь? Да. Я видел выставку варгеймерскую, да, когда они еще проводились. А, ты приходишь, там какие-то варгеймы показываются, да, ты можешь сесть, посмотреть. Ну, да. Это прикольно, это расширяет твои горизонты. Но насколько это то, что нам нужно, просто выставка обычная. Ну да. Но... в этом плане тоже просто выставка. На самом деле в этом плане просто, ну типа есть вот
типа, как бы у нас в любом случае есть искажение. Можете там что-то написать, если там есть у вас идеи получше. Просто, ну, у меня, понятное дело, я как бы... организация самого Спарка у меня шла на основании того, что я, как бы, ивент, на который мне хотелось участвовать. Отдельная шутка, конечно, да, то, что нормально поучаствовать я в нем, естественно, не могу. Вот. Ну, типа, поэтому мне, как бы, я такой, ну, вон, да, прикольно, 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 прикольно. Вот. Но есть такое, да. Вот. Короче, просто снимаешь хлуп и занимаешься тем, что тебе нужно, если тебе не хочется прям какой-то активный, там, не знаю, организовать. То есть, помните, когда у нас 3D-ата была активная, мы там какие-то гонки у нас были, у нас был Last Stand, мы апоки все время проводили, там никто, большинство апоков, по-моему, не проводил, у нас какие-то были, типа, занимались любым. То есть, пока у тебя есть столы и террейн, тебе, если что-то хочется, да, какой-то ивент, вот реально, я хочу вытащить свои эти большие танки. Последний раз, не помню, как он вытаскивал на Хаспане. Ну, да. Вытаскивал как раз в парке. Был, по-моему, завершающий девяточный, да? Да, когда было по. Вот уже было техники. Пофиг на правила, просто я принес свой тифон. Давай, достреляй. И все. И неважно, на самом деле, какая подоплека идет к Вархаммеру. А чего-то такого сверху, с опущенного, хитрого, не получается придумать. По крайней мере, мне в голову ничего такого не приходит. Все форматы уже есть, они все пережеванные уже сотни раз. Да. И просто, типа, все, что тебе нужно, по факту, это помещение с оборудованием, которое там, чтобы не тащить все это, карты привозишь. И вот на основе этого ты, в принципе, можешь любой интеракшн по Вахе замутить. Да. Который тебе нужен. И все сопровождающее тоже будет. Вы можете и пельмешек себе заказать туда, если вы не хотите никуда ходить, да. Угу. С этим. Я помню, апоки как раз так приходили, там в отдельной комнатке жральня была. Угу. С пельмешками только вниз спускались. И все. А остальное было все здесь. И тоже, типа, обед. Пошли. Но с апоками там, конечно, вот это тоже все очень длинное. Меня еще, знаешь, что в этих вещах, вот, типа, в Спарке есть. Это глобальная компания, плюс-минус, и у тебя столы отдельные. Нельзя всех вместе на один стол поместить. Да. А иначе, ну, типа, слишком дискретно будет. Да, ну, тут у тебя уже ход первый закончился, а тебе здесь еще пацаны играют, а ты не можешь, ты сидишь и ждешь их. Мы играли когда вот в той же пасте, 8 на 8, и сколько нас там? Да. 12 на 12. Я все время ждал, сидел просто, да. Я тык-тык-тык-тык. Длинный стол, да. На сколько там было? Два, ну, стола, да. Типа 4 против 4 или как? Да, 4 на 4. Типа того. Да. И все равно даже 4 на 4 уже было, типа, здесь закончено, здесь еще нет. И народ стоит, обсуждает полчаса, там что-то... Кто-то пошел в чардж, да. А у кого-то и до чарджа не дошло. Да, вот он типа отыгрывает это. И в таком плане очень сложно придумать... Короче, было бы в моем представлении прикольно, реально какой-нибудь апок, где каждый может подползти и побиться. Но это нереально из-за дискретности хода. Да. То есть ты никак не можешь вмещаться, чтобы вот у тебя тут локально что-то происходило, а там свои... Потом когда ты дополз до туда, например, какими-то остатками, да, ты оценился. Нет, к сожалению, все отдельно. И даже если это делить на столы, например, ты в этом, на этом столе всех расстрелял, а там... Ну, на пятый ход. А там, ну, еще, да, третий идет. Ну да. Ты можешь туда прийти, тебя пустят организатор. Тут у тебя 5 прошло ходов. Извините. И вот, блин, тоже ограничение. Хотя, конечно, в свое время мы такое. Мы, блин, играли в Z. Помнишь, такую стратегию? Да. И у нас были заводики, где ты мог ресурсы потратить, и у тебя танчик выезжал оттуда. Вот таким рядом мы в свое время занимались. Но это уже, получается, реально придумывание каких-то своих модификаций. Ну опять, да, же, это тоже был и Last Stand, мы все это придумывали. А там тоже все в целом упирается в ограниченное количество участников, какой-то один стол и интеракшн. Хотя у нас были командники с интерактивом между столами. Помнишь, где можно было на одном столе захватить пусковую шахту с ракетами? Да. А на другом столе эти ракеты прилетали. И себе говорит другу, тебе не нужно стрельбу из ракет, там, давай, мы захватили шахту. Но это тоже такое, костыли, типа. Ну, опять же, я к чему? К тому, что можно придумать какие-то штуки,
взаимодействие и между столами, и как на столах это происходит, навернуть сверху, это большая нагрузка для организатора все это придумать, при этом еще не обосраться, чтобы это правильно работало. Я помню, обосрался в какой-то момент, у меня не сработало. Типа, я придумал, а потом на ивенте уже понял, что оно так не работает. Я такой, типа, окей, ну, видимо, как-то будем сейчас поправлять это. Ну да. Или какую-нибудь компанию организовать, а у тебя игроки начинают между собой просто сраться. Ну, кстати, на том же Орликоне один из спикеров рассказывал, как разводить эти конфликты в пати, когда начинают между собой. А, ну именно в пати эти. Да. Я на ивент считаю, что если кто-то начинает если прямо кто-то серьезно начинает, то он просто бан получает и все. Причем, если два таких дебила, то оба получает, не то, что один кто-то виноват. Сами начали оба сраться. Да. Видеть себя прилично, кстати, на ивентах. Всегда. Короче, мы только ограниченные наши фантазии, что мы можем сверху махи навернуть. И мне кажется, вот просто создать в голове у людей какую-то картину, не просто вот это вот кидание кубов, а кидание кубов, ой, это вот такое сверхъестественное. Вот типа в том же Спарке у нас есть вот эта глобальная идея гача секундус, да. И это все как масло смазывает. А больше ничего. Если у вас какие-то идеи есть того, как пишите, можно что, да, организовать. Скорее всего, у нас из-за зашоренности, как бы мы что-то не догадываемся просто до чего-то очевидного. В комментариях ивент по Вахе вашей мечты. Куда бы вы сами пришли? Вот как мы создали Спарк, куда бы вы хотели прийти. Только давайте, ладно. А, помните, что вы должны типа понимать, что чем у вас выше запросы, тем это будет дороже просто банально стоить. Ну, потому что за это как-то что-то надо там платить будет. Вот. Почкой. Почкой. Есть такие Бам. Турниры, где почка. Да. Входной билет. Вот, мы ждем, готовы с вами подумать, обсудить все. Это может быть хопа, и в следующий раз вы попадаете на этот ивент. Да. Потому что мы такие, а, ничего себе. Вот. Такая вот у нас была сегодня идея, не знаю, ни к чему не пришли. Пришли к тому же, от чего начинали, как всегда, уроборос, вот это вот все, берегите себя и свои винчики. Пока. Ты лайк поставил и подпишись.